Ну чем детям поставила нашим заниматься? Ну чем? Вот я сейчас только вот они полосу вбивали, я вот его свалила. Должен же кто-то о детях думать. Жители стали стеной против строительства магазина во дворе их дома. Жильцы уверяют, предприниматель самовольно захватил землю. На крайние меры люди пошли, когда владелец участка попытался территорию обнести забором. Сегодня приехали люди, вот уже в большем количестве, уже выгрузили остатки материала и планируют здесь застраивать нашу детскую площадку. Мы категорически против, чтобы здесь было хоть какое-то строение, хоть временное, хоть невременное, потому что у нас многоквартирный дом, 90 подъездный. Летом здесь очень много детей, высыпают как муравьи. Во-первых, нам не нужны, ну как, нам нужна территория, на которой мы можем дышать. Это наша площадка. Детям-подросткам нужно где-то свою энергию тоже выплескивать. Это было наше футбольное поле. Здесь играли дети-подростки, там играли дети младшего возраста. Предприниматель ничего незаконного в своих действиях не видит. Говорит, что землю эту он купил несколько лет назад. Есть и разрешение на строительство. Я эту землю выкупал на законных основаниях в 2016 году у Акулова Даурена. На законных основаниях, через нотариус. То есть эта земля была выкуплена мною и имеется госакт. Да, для коммерческих строений. Теперь мы решили оградить свой участок для планирования стройки. И увидели вот такой... жители вышли против, и поэтому, наверное, позвали и вас. Есть специально уполномоченные органы, которые, наверное, давали это разрешение. И мы не против всех проверок. Вот забор ставит уже, вот прямо возле вас здесь. Вот у него этой уже есть закон. Ну и что? А он нас спрашивал. Представители ГАСКа уверяют, разрешение на то, чтобы территорию огородить, у предпринимателя есть. Несогласных с этим жильцов просят обратиться с заявлением в акимат. Кто здесь прав, не прав, сейчас я точно не смогу сказать, так как у меня на руки нет заявлений. Пускай они пишут заявление, а дальше будем рассмотреть, да, законно или нет. Только... Ну, пока, да, пускай пока переостановит. Можно я? А может сейчас предприниматель здесь хотя бы загородить или нет? Загородить можно. Нет, свое же земля. Но начать строительство нельзя. Собравшихся такой ответ не устроил. Жители уверяют, что в списке их кондоминиума предпринимателя нет. Шудин Саидов, Ерлан Бексаидов, Сергей Константинов, информационная служба телекомпании «Отырар».